Всем привет! Вы на канале НК и Детки. И сейчас будет не очень стандартное для моего канала видео. Это будет кулинарное видео для плейлиста «Приготовим». И я хочу приготовить что-то из тыквы. А на самом деле у меня нет никакого рецепта, и сейчас я его придумаю, исходя из того, какие продукты у меня есть в холодильнике. У меня внезапно появилась тыква, она замороженная. Я ее немножко сейчас разморозила капельку естественным способом с помощью воды. Она нарезана мелкими кубиками, это очень удобно. Я подумала запечь ее в духовке. А вот с чем я ее запеку, сейчас посмотрим. Даже не буду оформлять свои мысли в звуки, потому что я могу ошибиться. И пока что просто вот покажу вам, что я делаю. Что я делаю? Я вылавливаю скорлупку, которая туда убежала. О, попалась, выловила. Так.
Я делаю все на глаз, вы можете следить по времени. Опс, жарища там, красота. Хочу еще посыпать петрушечку. Между тем у меня еще организовалось одно блюдо. Это куриный бульон, и я добавлю туда овощи. Очень-очень легкий бульон. Просто сегодня нету супчика. И я думаю, вдруг кто-нибудь захочет бульончик. Я точно захочу. И хочу положить туда еще макарошки. Получается, на одном блюде мне никак не остановиться. Это вот такие макарошки. Лапша яичная. Она была длинная. Опа, я вспомнила, что эту петрушку я хотела положить в запеканку. Вот так вот два блюда сразу готовить. Невнимательно. Вот так, это будет суп с лапшой и овощами. Ну, что будет, то будет. Ничего вредного, во всяком случае. Хорошая новость, я нашла еще заначку петрушки у себя в холодильнике. Она мелко порезана и заморожена. Я одеваю свои перчатки для духовки. Опа. И буду доставать. Ой, жарко. Я думаю, что можно еще поготовить. Слишком жиденько на данный момент. Снимаю перчатки. И вот так вот немножечко. Просто для красоты, не для вкуса. Меня, кстати, домашние не очень любят зелень. Поэтому это просто украшение. Просто украшение. И, наверное, я еще добавлю сверху приправу. Мне кажется, слишком диетическое получилось. Даже сосиски, они же не сосиски на самом деле, они известны из чего. Сардельки эти. Сейчас посмотрю, есть ли у меня фольга. Все, сплошные экспромты. Так, фольги нету. Ну ладно, как есть, ставлю еще немножко. Ну, подумала, что можно видео дальше не снимать. Дальше я поставлю. Очень надеюсь, что ничего не сгорит. Спасибо тем, кто досмотрел до этого момента. Супчик мой будет вариться. Вот так вот красиво. Попробую сейчас сделать фотку. Мне точно не хватает третьей руки. Попробую сделать фотку. Подписывайтесь на мой канал. Посмотрите другие плейлисты обязательно. Поделитесь с друзьями, если видео было вам сколько-то полезно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока-пока!